иногда бывает, что болюсы выходят на слизистую. Чтобы болюсы не выходили на слизистую, мы с вами берем высоту губы, делим ее на 50, то есть мы работаем с вами в субвермиллионе. И под углом 90 градусов входим, я работаю в середине толщи мышцы и делаю болюс. Болюс у меня оказывается в середине высоты губы, и ему некуда сместиться, ни на слизистую, ни выйти за кожную часть. Это объемное моделирование.